Давай, 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 крути, крути. Какие у нас тут ездят мопедисты. Сразу с калашом, со всеми делами, чтоб все боялись. А я уже опять на базе. И вот забрал уже вот эту железяку. Помните, когда-то я делал вот такую? Ну, она как бы тут не пляшет. Будет новая. Вот так вот, четко в диаметр. В диаметр впускного коллектора. В диаметр впускного коллектора. Вот так она будет стрелять. И дроссель будет прикручиваться напрямую, без всяких переходников. То есть уже много есть у меня заготовок под коллектор. Нужно начать скоро его собирать. И закончить его нужно. Покажу потом дальше в сторисах, когда-то. Чик Nissan. Он несколько дней в сторисах не был. Вот я уже сделал на него траверсу на коробку. Вот так вот она будет выглядеть. Сейчас накинем ее на машину. Сейчас чуть-чуть еще подпилим ее турбиночкой. И кинем на машину, покажу, как она будет выглядеть на месте. Вот так она выглядит. Вот такие вот крепления у нее будут. Так, залез под машину, установил траверсу. Вот показываю, как она выглядит. Собственно, площадочки еще нужно приварить к кузову, на которых есть закладные под рейс BM8. Вот так вот это выглядит. Вот такое вот решение. Все хочется сделать качественно, красиво и по-пацански, чтобы было четенько. Вот такие вот, короче, у нас тут процессы происходят.